самому благодарному учителю – это первые классы, с 1 по 4 класс. Классному руководителю. Своей учительнице истории? Знаете, наверное, самому первому учителю. Учителю математики, потому что математика в жизни пригодилась. Наверное, первой учительнице, самой первой, Ольга Моисеевна. Учителю физкультуры. Ну, за то, что она меня поставила на правильный путь, вывела, что она мне сдала знания. За ее человечность, что раскрыла многие таланты. Самая первая учительница дала в эту жизнь путевку в жизнь. А вообще все благодарны. У меня была очень хорошая школа, очень хорошие преподаватели. Вот, и дали мне действительно хорошее здание. Это город Бобруйск, третья школа города Бобруйска. За воспитание. Буцко Екатерина Григорьевна, русский язык преподавала. Ну, то, что она хорошо относилась ко всем нам, и то есть, ну, даже не знаю, как сказать. Ну, очень хороший человек был просто. 71-я школа города Минска. Выпуск 72-го года. Всем привет. Ревека Евсеевна Томчина. Ее уже нет. Но все, кто у нее учился, никогда ее не забудут. Всем учителям желаю счастья и, самое главное, здоровья. И чтобы оценки хорошие ставили.